Новогодние праздники уже позади, а значит, пришло время расставаться с главным атрибутом Нового года. Именно по этому поводу возле городской елки собрались старшие группы из детских садов города. Всех ребят не пересчитать. Попрощаться с хвойной красавицей пришло очень много желающих. А чтобы детям было не грустно провожать елочку, сказочные волшебники подготовили для них веселую и подвижную программу. Даже взрослому было сложно устоять на месте. Много танцев и конкурсов не давали детям и воспитателям замерзнуть. В конце праздника хоровод под известную новогоднюю песню. Ну а дальше, чтобы на елочке погасли огни, все хором крикнули: Сотрудники Центра культуры и молодежной политики совместно с волонтерами города традиционно радуют детей яркими и веселыми представлениями. Настроение у детей после праздников было непередаваемое. Я испытала очень крутые эмоции. Мне понравилось здесь, на этом празднике. Очень праздник красивый. Мне понравилось, как мы танцевали вот так, штучками запрыгали. Мне понравилось. Там очень быстро танцевали. Я даже вообще. Как быстрее прыгали. Мне понравилось танцевать, играть во всякие игры. Вот так весело попрощались малыши с новогодней красавицей. До следующего Нового года. Ну что, я желаю всем жителям счастливого Нового года и хочу им сказать: до новых встреч в следующем году. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.